значит для тебя быть взрослым? Быть взрослой, обеспечивать себя, притворить свои мечты в жизнь, заниматься тем, что тебе нравится. Вроде бы все. Быть взрослым, я думаю, это первое, что я думаю, это ответственность. Ну, соответственно, то, что ты... Ответственен за свою жизнь. Ответственным, наверное. Больше возможностей. 20 лет – это лучший возраст? Каждый возраст хорош по-своему. 20 лет – это только начало. Все остальные года тоже хороши. Думаю, да. Не знаю. Не сказал бы. Вы могли бы быть счастливы без друзей? Да, даже не знаю. Наверное, нет. А ты? Нет, я бы нет. Нет. Друзья необходимы. Нет. Никогда. Да. А... да. Ну я же говорила, что у меня нет друзей. Ну вот единственный там со мной общается. Ты чё? Могли бы быть счастливы, если бы у вас не было детей? Но у меня нет детей, я счастлива. Пока не знаем. Пока не знаем. Ты бы могла быть счастлива, если бы у тебя не было детей? Нет, не могла бы. Да? Не могу на этот снова-таки ответить точно да или нет. Ну, в данный момент, да, я могу быть без них счастлив, но потом, я думаю, так и так придется. Так придется, да? Придется быть счастливыми без них. А, ну так, хорошо. Возможно, нет. My generation be and really self-absorbed. Wir leben schon in einer kleinen Seifenblase hier.